Доброе утро, дорогие телезрители, спасибо, студия, как я и обещал. Мы вышли в плавание на Енисей на полицейском катере, специализированном, презентация которой стоит только сегодня днем. И рядом со мной начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая. Екатерина, мы можем телезрителям сейчас продемонстрировать, что мы действительно на полицейском катере и как-то об этом сигнализировать? Здравствуйте. Полицейский катер... Было бы видно лучше, конечно, снаружи, но мы имеем некоторые в арсенале способы продемонстрировать. Одну минутку. Берегись, берегись, преступник! Сейчас мы можем вас с водной акватории реки Енисей призвать к ответственности, если вы там что-то делаете, какие-то непотребства. Екатерина, как будет осуществляться охрана правопорядка летом? Летом все выходные дни и все праздничные нерабочие дни будет осуществляться охрана порядка, в том числе с воды, то есть вот с этого катера. Каждый вечер, пятница, суббота, воскресенье, сотрудники полиции в системе единой дислокации, то есть они на связи с теми, кто находится на земле, проезжают по реке и фиксируют правонарушения. А какие обязанности входят у тех, кто патрулирует водную акваторию? Основная обязанность – это именно фиксация выявления правонарушений на набережной реки Енисей. А как они, если видят правонарушения на берегу и с воды, то есть они, получается, кому-то сообщают или сами предотвращают правонарушения? Сами, конечно, они не смогут предотвратить нарушение, которое совершается на берегу. Поэтому, конечно же, они все оснащены рациями. Как я уже сказала, в системе единой дислокации наряды работают. Соответственно, если наряд, находящийся на катере, увидел правонарушение на берегу, он передает об этом сообщение патрулю, который на берегу, сообщает, где именно происходит, что происходит, и уже, соответственно, пешие наряды прибывают к месту совершения и пресекают его. Спасибо большое. Это была начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Российская. Напомню, что сегодня мы попробовали, проэкспериментировали, побывали на полицейском катере, который будет патрулировать в летний период водную акваторию нашей реки Енисей. Слово студию передаю Кутько Неутоним.